В этой студии в компании компетентных специалистов мы говорим об экологических проблемах и возможных вариантах их решения. Говорим об экологическом образовании и о том, что касается каждого. Итак, мы начинаем. Что ж, ну я с удовольствием представлю гостей в студии. Сегодня это директор коммунального унитарного предприятия «Спецкоммунтранс» Валерий Ткачев. Валерий Иванович, здравствуйте, рад видеть. И главный специалист Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Дряхлова. Ирина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости, рад видеть в студии областного телевидения. И сегодня вместе с вами мы будем говорить о работе по обращению с отходами в нашем регионе. Знаю, специалисты-экологи постоянно мониторят ситуацию в области. А какие проблемы наиболее актуальны сегодня для Гомельщины? Ну, в ходе проведения мониторингов как общедоступных территорий Гомельской области, так и предприятий, зачастую мы сталкиваемся с тем, с несанкционированными свалками отходов. В общедоступных территориях, получается, люди иногда из-за, я думаю, что больше из-за финансовых трудностей, чтобы не вывозить на полигон, не платить за это деньги, получается, где-то в лесах и еще вывозят мусор и там вываливают его, по-другому не назовешь это. А на предприятиях, ну и разрабатывают инструкции по обращению с отходами и все, но думают, что это не самый важный момент, это самое, не самое важное направление. Поэтому главное на выпуск продукции, производство каких-то своих это самое, работ, а отходы уж как придется. Вот. Хорошо. В чем проблема? Она больше связана с недостатком мест для сбора мусора или же с отсутствием, либо недостатком культуры? У нас сбор налажен, как в самом городе. У нас составлены контейнерные площадки, и количество контейнеров достаточно. На районе у нас тоже организован спецкоммунтрансом сбор отходов от населения, заключается договора как с садоводческими кооперативами, и с гаражными, и от самого населения. Так в чем же проблема? Проблема, я думаю, все-таки в невоспитанности еще людей. Не конкретно понимают цели это самое, для этого раздельного сбора, вообще для сбора. Везде у нас стоят контейнерные площадки, которые оборудованы, кроме того, и контейнерами для раздельного сбора. То есть можно выполнить требования закона об отходах и в этом направлении. В частном секторе у нас в летний период 2 раза в неделю ездят машины, собирают отходы все. В зимнее время 1 раз в неделю. То есть проблема эта тоже решена. Вот, ну, у многих людей есть такой подход, что вот проще соседу под забор выбросить. К сожалению. К сожалению, да, есть такая тема. Но я не скажу, что это наибольшая масса населения. Нет, это как раз меньшая часть населения. Но ведь... Если об этом не говорить, да, то любой пакет с мусором, который лежит развиться где-то возле забора, он уже создает, портит имидж нашего государства. Что ж, ну а далее в эфире наша традиционная рубрика «Три вопроса экологу». В очередной раз слово нашим зрителям. Итак, внимание на экран, вопрос номер 1. А слышал, что использованные батарейки нельзя выбрасывать. А что с ними тогда делать? Спасибо за вопрос. Актуальная тема? Да, тема актуальная. У нас, конечно, от населения батарейки принимают в магазинах электрохозторга. Пока вопрос их утилизации, конечно, не решен. Но будем собирать, накапливать, а там, может, какие-то будут разработаны новые технологии по их переработке. Сами когда-нибудь выбрасывали? Конечно, вот именно так сдавали батарейки? Да, да. Я сначала как-то не знала, потом все это самое увидела, просто зашла в магазин, увидела этот контейнер, и в следующий раз просто с дома захватила, какие у меня были батарейки, и туда выбросила. И те, которые мы собираем даже у себя на работе, мы туда тоже занесли, это самое выбросили. Мы сейчас проводим конкурс и проводим закупку специальных контейнеров для сбора вот как раз батареек и энергосберегающих ламп. Они будут установлены к концу года в крупных торговых центрах. Это Евроопт, ну, в основном Евроопт и крупные другие торговые центры. И население будет иметь возможность выбросить. В этом контейнере будет 2 в 1. И энергосберегающие лампочки, и батарейки. Спасибо за ответ, но на очереди вопрос номер 2. Пожалуйста. Я хотела бы узнать, разлагаются ли пластиковые бутылки, пластиковые пакеты в земле, и влияет ли это на рост растений и прочее? Вредно ли это для окружающей среды или нет? Спасибо. Пластиковые бутылки, пластиковые пакеты, они не разлагаются в земле.
Поэтому бросать их может даже в какие-то компостные кучи и думать, что это со временем разложится. Нет. Вообще полимерные отходы, они согласно классификатора отходов Республики Беларусь, относятся к третьему классу опасности. Из этого следует сделать вывод, что все-таки они опасны. Спасибо за ответ. Итак, вопрос номер три. Скажите, пожалуйста, что делать с ненужным диваном и нерабочим холодильником? Куда девать? Еще один актуальный вопрос от наших зрителей. Я думаю, это больше нам вопрос. Да, это Валерий Иванович больше. Возьмем не только холодильник, а всю электронную крупногабаритную отходы, технику, так, да? Электрическую. Это и газовая плита, и стиральная машина, и холодильник. У нас в городе есть предприятие ОАО ВТИ, которое занимается извлечением драгметаллов из электролома. У них организована, будем, своеобразная скорая помощь, куда можно позвонить, приедет машина и заберет прямо у вас на дому холодильник, допустим, стиральную машину. Что, прямо из квартиры? Да, прямо из квартиры, да, у них такая служба организована. И это бесплатно? Даже если, насколько я знаю, если даже укомплектован полностью, то есть не разобран двигатель, там не сняты элементы какие-то, то они даже платят определенную сумму за... Это предприятие, которое предприятие, забирает. Да. Потом они извлекают из этого всего драгметаллы и передают нам для разборки. И уже разборку этих холодильников и прочее мы осуществляем у себя на мусороперерабатывающем заводе. Хорошо, если что... брать, например, историю с ненужным большим диваном, что здесь? Вот, что касается диванов, есть два варианта. Можно привезти на наш экспериментальный сортировочный завод, или же второй вариант – связаться с домоуправлением, узнать, в какой день недели осуществляется вывоз крупногабаритных отходов, и накануне этого дня вынести этот диван к контейнерной площадке, придет машина, заберет, привезет к нам на завод, мы его разберем. Спасибо большое за компетентные ответы, но а мы двигаемся дальше. Сбор и переработка вторсырья, говорю сейчас и про макулатуру, и про металлолом, и про пластик. Конечно, безусловно, важное направление, но, наверное, важности этой работы граждане не до конца понимают, не так ли? Я с вами согласен. Хотя, как вам сказать, если сравнить исторически, допустим, 5-7 лет назад, одно отношение было к тому же раздельному сбору. Мы начинали раздельный сбор, устанавливали сетчатые контейнеры, вот они, сетки прозрачные, на экране сейчас, да, они видны. Начинали с чего? Один мусоровоз занимался, обслуживал весь город, раз в неделю, раз в две недели забирали этот сетчатый контейнер. Сейчас работает 8 мусоровозов ежедневно, без выходных. Без выходных. Каждый день, да, забирается каждый день этот сетчатый контейнер. То есть видите, насколько возросло все-таки понимание людей о необходимости этой темы. Мы развиваемся, установили на многих площадках еще синий большой контейнер для стеклобоя. Воспитательная работа с населением, она идет постоянно. Мы начинать готовить нужно, наверное, понимаем, с малого детского возраста. Да, с детского садика. Детского садика, значит, вот мы, допустим, для школы вот такие вот небольшие типа линеечек изготавливаем с рекламой нашего раздельного сбора, вот эти контейнера, которые стоят во дворах, ага. То есть дети уже это воспитывают, как говорится, со школы, с садика. Делается, вот, безусловно, много. Мы уже говорили и о плюсах, и тем не менее сегодня мы серьезно не добираем по вторсырью. Действительно, обидный факт, с виду ненужную бумагу, металлолом и пластик наши предприятия, такие крупные предприятия, как БМЗ, Светлогорские, ЦКК, Добружская бумажная фабрика, вынуждены эти с виду ненужные вещи закупать за границей. Согласен. Это ведь проблема? Да, это проблема, но частично эта проблема создана и самими перерабатывающими предприятиями. Я не буду брать металлолом, я беру макулатуру. Вот, год назад концерн «Беллесбумпром» снизил закупочную цену от нас, сборщиков, на 30%. То есть, вы же видите, везде есть определенные инфляционные процессы, цены растут, а здесь на 30% происходит снижение. Вот, то есть, людям стало невыгодно сдавать? Нет, немножко не так. То есть, нет финансовой заинтересованности? Допустим, год назад мы продавали отходы картона на эти предприятия по 1 300 000 за тонну, сейчас продаем по 1 050 000, то есть на 30% меньше. Одновременно с этим
из-за разницы курсов и прочих составляющих в России стоимость этой макулатуры в два раза больше. Больше 2 миллионов за тонну. И какие не создавайте вы препоны, будет идти отток за границу этой макулатуры. То есть здесь надо находить экономический механизм, повышать закупочную цену и самими предприятиями, для того, чтобы предотвратить отток. А насколько людям сегодня выгодно сдавать макулатуру? Вот людям, да. Я хотел остановиться еще на людях. Ведь на это сегодня самое нижнее начальное звено. 1000 рублей за килограмм. То есть приемная цена на заводе 1 050 000, а 1 000 000 уже из этих денег отдается человеку, населению. То есть принес, практически, да? Все деньги уйдут туда. То есть заинтересованность населения есть. Но эта заинтересованность создана не самими перерабатывающими заводами, а при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства создана организация «Оператор вторичных материальных ресурсов». Вот оно компенсирует предприятиям, которые осуществляют заготовку от населения макулатуры, стекла, пластика и других отходов, оно компенсирует за каждую тонну собранных отходов. Вот именно поэтому удается держать такую цену высокую, что 1000 рублей за килограмм именно для населения. То есть люди достаточно активно сегодня сдают? Да, в принципе, да. Стекло, хорошо идет стекло, хорошо идет макулатура, хуже ПЭТ-бутылка, хотя вот мы уже закупочную цену подняли до 2500 за килограмм. Сортируете ли вы отходы, выбрасывая мусор? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Что же из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Внимание на экран. Сортируете ли вы мусор, выбрасывая отходы? Я живу в частном доме, поэтому мусор у меня забирают, как бы. Я не знаю, его сортируют потом или нет, но когда я выбрасываю в городе, то да, сортирую. Я не знаю. Я этим жена занимается, мне некогда сортировать, еще чем-то. Я ухожу с утра и до вечера на работу. Да, отдельно пластиково, отдельно все, и выкидаем все это туда, куда положено. Нет, никогда. Ни разу такого не было. Только иногда собакам еду выношу, с ведра это, ну, отдельно ложу, а так нет, никогда. Сортируете ли вы мусор, выбрасывая отходы? Да, да. Сортирую, причем это с давних времен пошло. Когда-то я жила в Германии, у нас были отдельные емкости для разного мусора. А рядом с магазином всегда стояли мусоры для пластика, для бутылок таких стеклянных. То есть всегда туда. Ну, привычка осталась. Не получается, где хранить? Кухня маленькая, где же все поставишь пакеты эти, такие, такие, такие. Я бы с удовольствием, но негде, чтобы сразу выбегать, как-то не получается пока. Сортируете вы отходы, когда мусор выбрасываете? Даже чужой и то я. Смотрю, с этого бака в этот бросаю. Вот так. Надо, чтобы все так делали, хорошо было. Пластмассовые бутылочки, раз, разве тяжело это? Буху рядышком. Нет, вот вываливают вместе все. Что ж, это были мнения гомельчан. Мы продолжаем. Ваши короткие комментарии по только что просмотренному материалу. Я даже, честно говоря, не ожидал, что настолько сознательные наши граждане. Вот даже по соцопросу уже можно понять, большая часть из опрошенных все-таки сортируют. Есть люди, единицы, которые как бы этим не занимаются. А так, в основном, сознательность, конечно, растет. Здесь нечего такого даже добавить. Особенно дети уже в школах приучены. У меня даже внук, он это самое, вот это сюда не бросать, а это сюда не бросать, и отдельно вносит все эти пакетики, выбрасывает. Ну, вот я хотел сказать, что вот сами респонденты, они ответили на... Один человек задал вопрос, который я ответил. Одна из женщин сказала, что мне негде на кухне хранить такое количество пакетов. Ее тоже можно понять, когда кухня 6 квадратных метров. Нет, я с этим не согласен. Нет? А вот второй респондент, женщина, тоже ответила, что говорит, зачем 10 пакетов содержать, если можно 2. Один пакет с раздельным сбором, один пакет с мусором. Уже на 2 пакета в любой кухне найдется место под мойкой. В 2007 году в Гомеле появился первый в Беларуси, если не ошибаюсь, экспериментальный сортировочный биомеханический завод. Ирина Петровна, как понимаю, эксперимент удался. Да, эксперимент удался. Конечно, вначале было, у нас собирали со всех по городу контейнера и вывозили все туда сортировать на сортировочный механический, биомеханический завод. Но процент извлечения вторичного сырья там составлял, наверное, Валерий Иванович, где-то около 10%. Да. На сегодняшний момент процент извлечения у нас составляет 55%. Но это больше скажет это Валерий Иванович, потому что это его детище.
вещи. Мы сейчас как раз таки видим кадры. Наши корреспонденты не так давно побывали на этом заводе. Видите, холодильники, которые нам привозят компания ВТИ, мы разбираем. Здесь процесс сортировки происходит. Настоящий муравейник, я так смотрю. Да, это практически везде все движется, перемещается. Вот это приемные пункты передвижные привозят макулатуру с города. У нас 6 передвижных приемных пунктов, 3 стационарных. Потом это все идет сортировка, потому что надо разделить на 2 вида эту макулатуру. Угу. То есть даже то, что сдало население приемный пункт, оно в последующем на этом же заводе сортируется опять же по видам. Уважаемые гости, часто приходится слышать фразу «из отходов доходы». Ирина Петровна, как считаете, сегодня это реально? Я думаю, что реально. Дело в том, что вот операторам вторичных материальных ресурсов делаются компенсации тем предприятиям, у которых организован сбор отходов. Так что это весомый вклад и льготы. И для частных лиц, и для крупных компаний. Да, и для частных лиц. Дело в том, что они создали свою базу, заключили более 6 тысяч договоров, как с предприятиями, так и с организациями, и контролируют, согласно нашей 313-го постановления, кто импортирует, возит, то есть к нам это самое, в таре, то есть в бумаге, в полиэтилене товары. Поэтому налоги эти потом, которые платятся, те, которые импортируют товары, возят сюда товары в полиэтилене, налоги эти идут вот на развитие нашей сети сбора отходов. Да, с появлением оператора вторичных материальных ресурсов заинтересованность именно в сборе отходов от населения повысилась. И самого населения, потому что дается компенсация, и заготовительным организациям есть возможность повысить заготовительную цену. А чем выше цена, тем активнее сбор. И самим заготовительным организациям. Активно включился в эту работу и бизнес, то есть частный бизнес, но они в основном идут по пути приемные пункты, сбор от населения, то есть это минимальный расходный, получается, путь. А вот сортировка уже, раздельный сбор, это более затратно, и, ну, это уже ложится на наши плечи, к сожалению. Хорошо. Что сегодня производят в Гомеле и Гомельской области из вчерашнего мусора? Есть конкретные примеры? Да, конечно. Мы, наше предприятие производит на... У нас есть подразделение, которое бывшее предприятие Каплосервис, оно было присоединено к нам. Вот выпускаемая продукция. И это все вчерашний мусор? Да, это вчерашний мусор. Вот, допустим, канализационные люки, это канализационные колодцы, ливневые колодцы. Я даже знаю плитку тротуарную. Тротуарную плитку. Из чего это делается? Вот те наши пластиковые пакеты, которые мы выбрасываем в раздельный сбор, мы отсортировываем, перерабатываем, добавляем второй отход. Это у нас отходы формовочных смесей, предприятие «Центролит». И получается полимер песчаное изделие, вот такой продукт, который потом можно продать населению и использовать. Вот это явный пример именно использования отходов. Явный пример и ответ на мой вопрос. Да. Можно ли из отходов делать дальше, доходы? Ну, хотел небольшую рекламу сделать нашей продукции в том плане, что вот канализационные колодцы. Обычно мы привыкли, что канализационный колодец – это бетонное кольцо большое. Надо приехать с краном, его смонтировать. А не везде в частном секторе есть крану, где подъехать. Достоинство наших изделий, что, допустим, вот такое кольцо, оно 20 сантиметров высотой, оно весит 63 килограмма. То есть два человека вполне без крана, спокойно могут набрать. И из этих, как с конструктора Лего, можно набирать любую высоту колодца, хоть 5, хоть 10 метров. Остаются считанные минуты до завершения нашей программы, потому у каждого из вас по традиции есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести свою черту в сегодняшнем разговоре. Ирина Петровна, начнем с вас. Ну, я хотела бы все-таки активизировать не только наше население, но и наше предприятие к вопросам обращения с отходами. Так как это моя работа, и этот вопрос очень актуален, то не относиться так халатно, что я не загрязнил окружающую среду, я ничего там, я не нанес ей урон. Если я сложил сегодня полиэтиленовые бутылки, в общий контейнер. Вот этот вопрос хотелось бы все-таки, чтобы народ, как бы и руководители прочувствовали.
всю эту вот необходимость этого раздельного сбора. И даже вот этот призыв, что действительно наши предприятия, перерабатывающие, закупают за границей, за валютой, ту же самую, все это вторичное сырье. Поэтому у меня такой вот призыв все-таки относиться более скрупулезно к раздельному сбору отходов. Спасибо. Ну, у меня та же просьба. Я в основном обращаюсь к жителям города Гомеля. Ведь сортируя мусор, сбрасывая его в контейнер для раздельного сбора, мы приносим пользу не только для нас, живущих, а для наших детей и внуков. То есть мы меньше оставим им проблем, которые будут лежать в свалке, они потом будут думать, что с ней делать. Поэтому я призываю активно включаться в эту проблему. В эту работу. Спасибо большое за интересный разговор и полезную беседу. На этом ставим точку. До встречи.